Здравствуйте, друзья! Приехал на застройку на улице Урожайной 7. Мы тут начали уже активную работу. Как видите, один фундамент уже заложили. Это дом 130 квадратных метров. Тут всего будет 5 домиков. 65-ка, 65-ка, 110-ка и 130-ка. То есть очень уютный, такой интересный, тихий райончик получается. Как видите, сейчас уже кроме того фундамента начали прокладывать коммуникации на водоснабжение. Давайте туда заглянем и посмотрим, на какую глубину в наших морозах все это делается. Как видите, 80 сантиметров. То есть этого вполне достаточно, чтобы не перемерзло здесь все. Ну, морозов тут нет, сами понимаете. Давайте подойдем к трактору и спросим, когда тут все это закончится, когда планируют завершить укладку водопровода. Привет! Хочу узнать, когда планируете завершить-то уже? Копку, да? А укладку? Сегодня укладка будет, да? Труба какая будет? Пэт? 70-ка пластиковая, да? Да. И сварка сегодня будет, да, уже? Отлично, отлично. Оперативно. Я думал, на завтра растянете. Все. Так, ну, не знаю, слышно вам было, нет, ну, в общем, что мне сказали. Сегодня начали, сегодня закончат. То есть сейчас роется траншея, после этого придут сантехники с бригадой разнорабочих, уложат трубы ПЭТ, 70-ка пластиковая, напор, как понимаете, будет, дай бог каждому, да? Все это потом спаяют и сделают разводки под каждый из 5 домов. Давайте подойдем к тому фундаменту, посмотрим. Я думаю, одному из наших клиентов, для кого этот дом строится, он, кстати, под заказ, будет интересно и любопытно. Как видите, опалубка стоит, фундамент уже залит и сделан уже цоколь. Давайте посмотрим на ширину цоколя, вообще как он сделан и что он из себя представляет. Как видите, по ширине он здесь 30 сантиметров, а в глубине сам фундамент 40 сантиметров и уходит на глубину 80 сантиметров. То есть 80 на 40 фундамент, и на фундаменте сверху возводится цоколь толщиной 30 сантиметров и высотой 70. После этого, давайте вот здесь подойдем, чтобы было лучше видно. Как видите, кстати, у нас снег идет, заметили? Снежинки, у нас мороз жуткий, минус 2 сегодня. Потом здесь укладывается грунт, трамбуется, укатывается все это трактором, копаются траншеи под ригеля, они тоже железобетонные, арматура укладывается, пленка, ну, в общем, идет подготовка под заливку монолитной плиты. То есть сверху этого цоколя будут ригеля и монолитная плита. То есть потом на этом сплошном монолите ровненьком будет возводиться дом. В принципе, и все, наверное, что я тут хотел рассказать. Если будут вопросы еще по фундаменту, задавайте, спрашивайте. Ну, я думаю, как бы все видно, все очевидно. Кстати, друзья, забыл рассказать две важные новости. Во-первых, здесь еще свободно два участка, то есть мы 3 подряда уже продали, 3 дома тут уже стоять будет и 2 еще в свободной продаже. Мы планируем тут построить дома на тех свободных участках площадью 110 квадратных метров, но если вы их забронируете, то еще можно переиначить, потому что, как видите, фундаментов еще нет. И хочу немножко поговорить о блоках, из которых мы строим. То есть многие спрашивают, что такое газобетонные блоки. Давайте посмотрим на эти блоки вживую, да, так скажем. Как видите, это вот ВК-блок, есть адрес сайта, то есть можете зайти и посмотреть подробную информацию об этих блоках более подробно. Это хороший производитель. И
Что еще хочу сказать. Как видите, они в заводской упаковке, то есть мы блоки сами не формуем. Это абсолютно заводское производство. Я думаю, для многих это важная информация. Ну, теперь точно. Всем пока!